Сбежать бы мы успели. Непонятно, так а опыт бонусный уже не будет или? Тысяч очков опыта за прохождение, если будет. Ого, сколько охраны. Ни хрена себе. Я без маски подошел к витрине и уже на меня подозрение. Сюда идет прохожие. Тут идет тоже прохожие. On the ground. Get down. Roll up. I was draining the mongoose. It needed draining. Get down. And don't move. Hood's on now. С одной камерой потеряна связь. Stay down. Где он его там нашел? Come on. Follow me. Вот и он пошел. Come along now. All right. Follow me. All right. Сразу на четырех... Тихо, да. Четырех черепах это... Это гонило. Боже, он что, не может зарезать его? Well, next time it goes off, we can see, but I don't see anything now. Thanks. Get down on the ground! On the ground! Down. How about you get down? Это ты кого-то там? Да. Follow me. Come on. Follow me. Камеру не взял, мать? А все, мы же захватили камеру. Stay down, everybody! Don't move! Stay down, everyone! Stay down! Come on! Собираешь? Everybody stays where they are. Stay down, everybody! No, I'm kidding. It's fine. Stay still! Everybody stays where they are. Кстати, на витринах написано, что это nobody moves. Сигнализация сработает, nobody move. И
числе разбить, но она не сработала. Warning alarm на некоторых витринах. Точнее, не на некоторых, а на всех. Но почему не срабатывает? Nobody go anywhere. Nobody move. Nobody move. Stay down. Nobody move. Keep others clear of the drill. They'll hear it and get suspicious. Everybody stays where they are. Stay still. Stay down. Down in your face, everybody. Hey, Mr. Bond, don't move. You see too many movies. If you're taken into custody now, the police will hold you for goddamn ever. Кто-то валит заложников. Сумки носите? Охереть без броника как. Ты шо, ты шо гонял? Дрель какая-то? Да, там сейф. Охереть. Ты шо все вынесли? Похоже, даже никого нет. Ты засели. И трупа. Труп тоже сдадим. Опа. Ты зачем ты стрельнул? Ты стрельнул? Нет. Растяжка есть? Упакуй ее. Она не хочет идти. Вот я пусти ее опять подыми. Come on! Капец, на улице. Come with me. И баба еще с тобой. Нет.
денежки еще упаковал. С автосалона. Что там еще сверлится? Ого, 307 тысяч. Охренеть. Представляешь себе? Наверху что-то сверлит еще. Я еще один труп в машину несу. Сейчас еще один, наверное, принесу. Камера обезвреживается, когда очищается это. Ничего себе, да, секунд там до хера. А, не 565. 55. Обезвреживается, когда что? Когда вот эту вот комнату с камерой, это наблюдение, мы захватываем, все. Камера уже не действует. А зачем он глушилку ставил, чтобы никто не звонил? Да. Эти ж звонят, чуваки. Гражданские. Ну, да. В полицию. Так же самое оператор не сможет позвонить, когда убит охранник. То есть, чтобы проверить, живой ли там или нет. Интересно, можно ее сюда? 15 тысяч всего. Тут еще этот, но... Банкомат? Ну, для банкомата лица 4 лепила нужна. Yes, tightest crew ever. Охереть. Да. Ты шо, ты шо? Лям. 100-900. Лям 600. А, офшорный счет 2700, нафиг. Наличные 6900. Круто, круто. Охереть. Сто 19 000 опыта. Охренеть. Это жестоко. Жесть. У меня был 4-й уровень. Угадай, какой сейчас. 25. Нет. Загнул, конечно, но... Охереть. У меня 32-й сейчас. У меня 20-й. А был 4-й. Абрахам, что за... Как это? Да, прикольно. 10 уровней так, хопа. 15 уровней, хоп. Да уж, жесть. Ого, 13 перков, ёк-макарёк. У меня 20. Специалист по амуниции можно взять теперь.